Всем привет, друзья! Сейчас должны привести профиль. Будем дома пошивать тоже. В этом году ремонт такой грандиозный намечается. Так что ждем. Так, ну все, я его вот сюда положил. Вот. 65 штучек привезли профиля. Это как раз вот на весь дом по кругу все хватит. Будем обшивать, утеплять, крышу менять. Так что вот. Теперь ждем. Доставка должна, пеноплекс должны привезти. Этот, как его? Профиль. Ой, профиль, опять я все это перепутал. Как его? Профлист должны привезти, вот вспомнил. Да, дерево там будем обрешетку делать, крышу менять, все. Так что будет интересно. Будем обстраивать, утеплять. Так что оставайтесь, не переключайтесь. Будет интересно. Так, всем привет. Настал новый день. Чем не здоровишься? Привет, привет. У нас здесь грандиозная сейчас. Стройка начнется. Ну-ка, брысь! Кошки. Рыжий хотел зайти. Вот купили пеноплекс. Будем дом утеплять. Со всех сторон. Потом профнастил. Вот шоколадный такой взяли. Крышу тоже будем. Шоколадная. Ну. Этот старый шифер будем снимать. Ему лет 70, наверное, уже. Весь в дырках просвечивается. Тоже доски вот взяли. Стропила, там USB плиту взяли, так что работы много, плюс этот профиль взяли, дом будем тоже потом, получается, этим, как он называется, сайдингом, сперва пеноплекс обклеим, утеплим, а сверху уже будем, ну по возможности, если бюджет уходит. То будем сайдингом еще. Со временем сразу не все. Москва не сразу строилась. Так что потихоньку, потихоньку. Так, я там сейчас на крыше убираюсь. Здесь от... сделал дверцу. Здесь удобнее залазить, чем с той стороны ходить. Вот это. Дверца такая. Палки оторвал. Так что работы на отпуск хватает. Считай, ты в отпуск. Через пару дней я уже в отпуске, так что... Мне еще две смены. Надо успеть. А я пойду дом еще... штукатурить. Да, там с той стороны не доделано, надо заштукатурить, чтобы пеноплекс нормально лег. Погода такая не сильно жаркая, что ли, да? Да, хоть ветерок хорошо, такой. Хорошо, что работать можно. Ну, а крышу с тестем будем менять, он будет помогать, я ему буду помогать. Так что надо еще погоду угадать, чтобы шифер снимать, чтобы дождя не было, ничего такого. Ну, по сути, я буду, что успевать, то буду снимать. Потому что надо и работать, снимать некогда будет. Так что я буду так, промежутками включать камеру, показывать, кому интересно. Так что не переключайте, смотрим дальше. О, привет. Привет, привет. Да, я распилил на эти, на бруски 5 на 5. 5 на 5? Да. Получается. Строительство идет полным ходом. Расчертил, да, молодец. Ну, вот эта пила хорошая. Можно на речке любом, в любых размерах напилить все. Че, у тебя там как штукатурка? Ну, ничего, пойдет. Потом покажу, пойду. Вот, короче, вперед. Линеечка, да, тут специальная? Ну, да. Вот. Получились 5 на 5, 2, 3, 4. Красавчик. Ты крышу усиливаешь? Да.
Так. Не буду отвлекать тогда. Смотри, она вся в опилках. Так, жунь. Ладно, буду дальше работать, потом покажу. Все, я там на крыше на сегодня закончил. П-образные сделал такие-то. Сейчас я покажу. Укрепил, короче. Их не было там. Вот такие П-образные, чтобы держались эти. Так. Так что вот так. Теперь надо будет еще здесь крышу будем так продолжать до конца. Здесь надо будет столбики наварить. Потом, а потом сюда здесь, когда все обошьется. Так что, так, теперь надо кран установить, чтобы шланг подсоединять в доме там. Чтобы воду можно было шланг подсоединять, поливать огород. Так, ладно, приступим. Здрасте. Здрасте. Ты снова здрасте. Баклажанчики собираешь? Да. Ну-ка, давай. Я картошку с баклажаном хочу. Вот это, да. Сейчас будем готовить картошку с баклажаном. Я, блин, курица обрезала вместе с цветением. А, баклажан отрезала и вот отрезала. А здесь бы три баклажана аж было. Вот капец. О, какой баклажан. Крутой. А ты мне вот этот показывал, да, сорвать? Да, да. Нет, пусть еще. Потом завтра сорву и пожарим. Ладно. Я здесь металлолом собираю. Потом можно будет сдать. Копеечку заработать. А то вот это погруз. Ну-ка. А он не лежал, может, на земле нет, лежал? Нет, он висел его, куда-то погрызли его. А, ну, а те нормальные, да? Те вот? Хорошие. Это сорт какой-то вот такой вот. Ага. Так что вечером будет картошка с баклажанами. Прикольно. Тушеная. Че, я можно поснимаю чуть-чуть твои рецептики? Так я же готовила уже эту картошку. А, да, точно. Смотрите, какой мы ковшик купили. О, смотри, он мне как раз мой до дыр. Крутой ковшик. Короче, ладно, я тоже работаю. Мне, короче, надо вот здесь под раковиной установить вот этот кран. Сейчас туда, чтобы сюда подсоединять шланг. И это. И поливать огород, чтобы. Или куда-то набрать удобно. Так что работа сегодня с утра, да? Ну. Ты там поштыкатурила немножко. Завтра уже с утра вдвоем будем штыкатурить. Так, ты, у тебя медленно получается штукатурка. Ну, блин, разучилась. Я уже навыки потеряла. Ладно, ничего, научишься. Тем более полутера нету, что этим маленьким вытягивать. Был бы большой такой, как взял на пол стены, вытянул. Ладно. Ладно, буду работать потом. Сделаю, покажу, кому интересно. Так что не переключайте канал. Дальше будет еще интереснее. Настал вечер, теперь надо все полить огородик, залить все. В принципе, эти у нас мокрые, да, эти помидоры. Да. Помидоры не будем поливать. Их тоже это сильно, чтобы мокрые не были, потом гнить начинают помидоры, нельзя. А вот и баклажаны это сырые. Только огурцы надо залить. Собрать бы их? Ну, потом соберем. Я сейчас полью, потом соберем, да? Ну, блин, переросли. Смотри, какой большой прям тут. Ну-ка. Сейчас отодвину. Вот он. Вот с этой стороны. Ну, сорви его. Перерос уже, ну, все. Да. Большой. Ладно, пока не собираю, потом соберем. Вон там еще маленький, сколько лет. Ну, вот это свет тоже. Вот такой солидный. Вон, смотри, этот внизу какой, ну, здоровый. Вот его на семена тогда уже. Да, его на семена оставим. Пусть он висит. Три дня прошло, не собирали. Забыли про огурцы, ей-богу. Да не то, что не забыли. Просто некогда было. Нет, я забыла, если честно. Я нет. Ну, да. Да, тут нижний оставить. О, где тут грушка такая. Ну, какой-то неровный. Угу.
Прикольно. Вон, смотри. Вот они висят. Да-да, вот они. Есть. Вот эти нормальные. Три штучки. Ну потом соберем, ладно, пока нет. Я хочу количество посмотреть, сколько соберем. Ну вот ты и утром, да, собирала? Да. На этом три штуки. Смотрите, какие ромашки. Это Иркины ромашки. Иркины ромашки. Она любит ромашки. Ромашки люблю. Так что ладно, сейчас дополиваю, потом соберем. Так, сейчас эти огурцы польем. Здесь напор хороший, так что вот такую баночку надо, чтобы грядка не разлила. Вот, у меня огурчики. Так, все, теперь надо сходить, включить и здесь все полить хорошенько. Фух, жарко сегодня. Так, ну все, воду включили. О, напор еще такой. Сейчас хорошо грядку все залить. Вот эти листья можно отрывать. Желтые. Они нужны. Зато их отрываешь, потом хоть видимость создается огурцов. О, вот какой огурцов висит. Так что сейчас полью. И собрать надо. Так, ну все, приступим к сборке огурцов. Ну, посмотрим, сколько у нас получится. Ну. Ай, блин, прям по пальцу. Аккуратно, не торопись. Да, надо будет завтра на ночь их замочить и засолить, да? Да. Ну, вот эти большие можно 3-литровую банку, да? Сейчас посмотрим. Повыбирать здесь еще. Так хорошо, смотрите, не прячется. Вот, давай сейчас вечером еще салатик сделаем. Картошечка вот эта. А, не поняла. Ну, салат с огурцов? Да, с огурцов. Помидоры еще зеленые же. Огурцы надо внимательно смотреть, они прячутся за листьями. Оно вроде один раз, да, вот как вот ищешь, ищешь. Пройдешь, а потом хоп. Не заметишь, пропусти. И еще там висят. Давай я сейчас подвину их сюда. Опа. Вот так. Блин, тут вообще как-то. А вон тот большой. Сорви этот. Вот висит как груша. Сейчас, ага, я видела. Он все равно такой беспонтовенький, некрасивый. А я с этой стороны буду помогать. Сейчас. Давай так быстрее. Нет, да, вдвоем быстрее. Во, там уже еще же вторая грядка. Здоровенький. Жесть, смотри, какой он перерос. И висел, главное. Ого. Ты вот пропустила, я вот отсюда вижу, огурец там висит. Ты видишь, да. Ты посмотри. Не, ну я посмотрю, я его просто не достану. А, так скажи. Да, вот он, вот он. Ой, вот еще лежат. Я говорю, пропускаешь много. Оно не видно. Вот этот желтый лист сорви. Сразу убираете желтые листья. Вот эти? Вот, еще дальше желтый лист, прям желтый-желтый он. Это? Нет, левее, ой, правее с твоей стороны. Вот желтый, видишь? А, да. И вон огурец внизу за ним. Вон он, видишь? О, нашла его. Давайте тоже. На, возьми эти. Так. Нужны огурчики, огурчики. Огурчики, продаем огурчики. Опа, вот еще один. Домашний. Домашний, вкусный, сочный. Не горький. Вот это тоже сорвать. Это вот куст, наверное, да, такой это? Ой, сейчас покажу. Сейчас, давай. Гибрид. Гибрид? Два в одном. Ого, смотрите, какой огурец. Вот еще один. Фига, они срослись. Ну. Прикольно. Так еще завернулись лодочкой. На, вот эти тоже. Ну, гуще, поди. Эти гибридные, ну, тоже. Ну, тут вообще прикольный такой. Так, эту тоже грядку все собрали. И жесть. Вот у нас вышло. Итого. Целый ящик. Ну, здесь вот килограмм. Это самый громадный, блин. Да, это переростки. Как мы так и забыли? Ну, ладно, на салатик. Ну, здесь килограмм, наверное, блин, 5-6, да, наверное, точно есть. Наверное.
Сам понесешь. Без мене нет, без мене нет. Так, ладно, тогда сейчас отнесу. Ой, все поцарапалось. Да, да, они аж колятся вот это. Ладно, все, сейчас мы их зальем. Все, надо заканчивать уже. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Все, до новых встреч. Пока-пока.